Klausies, draugs, te ir divas tabletes, sarkanā un zilā, tieši tā kā tajā filmā. Tu vari izvēlēties vienu no viņām. Ja tu izvēlēsies zilo, tad... Tā, tev makšķerēšana ir baigais hobijs, mājās palika mīļā un sunīts Bobijs. Tu makšķerē un domā tālajā Somijā par savu zaķēni, kas sauļojās loģijā. Bet tavu saulīti vispār ir tīrais zelts. Jau sen strādā birojā Fick Michin Meinenherz, katru rīt 20 minūtes krāso seju sev. Tas viss tikai tāpēc, lai patiktu tev. Ar darbu kolēģiem viņai tiešām paveicies, nekad neviens palīdzēt vēl nav atteicies. No rītiem viens aizved uz biroju feini, otrs uzdāvināja smaržas Kelvin Klein. Darba pasākumi viņiem ir bez otrām pusēm, bet tie ir semināri, viņi tur nekad netusē. Un ja tev kādreiz klāsies grūti, tavu saulī tev nekad nepametīs, to tu jūti. Zilo tableti un iemīlēties, iemīlēties, iemīlēties. Значит, меня зовут Арман, специально для хип-хоп Латвии от первого лица. Расскажи, как у тебя произошло знакомство, или где ты первый раз увидел, услышал хип-хоп? Когда это было? Это было, я думаю, 2000 год. Мой коллега, с кем я потом уже делал вместе, и перед этим музыку, он просто в машине мне поставил диск какой-то и сказал, ну, типа, послушай, да, там, рэп. Ну, в принципе, через минуту я понял, что это идеальный вариант для высказывания мыслей, да-да-да. И, в принципе, уже через какое-то, я не знаю, там, пару месяцев я уже написал там текст. Текст первый, да, и это все пошло само по себе, да, там, так, а то есть легко. В тебе это как бы копилось, то есть ты чувствовал, что тебе есть что сказать, правильно? Ну, мне было и раньше что сказать, да, в принципе, мы делали музыку и в школе, и этот был такой, ну, более как панк-рок такой, да. Ну, живыми инструментами. Да-да. И... Или гаражный стиль, там, как это все называется, ну, такой я знаю, уровень, ну, DIY. Ну, да, да, и там, в общем-то, тоже тексты были... Социальные. Да, и, в принципе, как потом я писал, да. Просто этот в хип-хопе, я думаю, что если есть что сказать, да, это нюанс такой, если есть что сказать, да, тогда в этом есть сила большая, да. И тогда тоже это, когда мы начинали, да, все это, ну, я думаю, что там была сила в этой музыке, да. И вот как это, вот ты нашел каких-то схожих по духу, или как вот ты, или там пришел к человеку, у кого есть компьютер, то есть как вот ты думал, где взять свои мусоры, как чужие, то есть вот эти... Этот которые... был компьютер моей мамы, мы там... Я даже не понимаю, как мы там все это записывали сами у меня там, да. Но... А, микрофон я купил, да. Какой-то там Шур, да. Ну, я говорю, в принципе, уже перед этим мы писали какую-то там, делали музыку, так что не было так, что я вообще вот сейчас... Уже знакомый. Да? Ну да, да, да. И, в общем-то, без проблем начал писать эти... тексты, да, и делали и песни, да. Вот с этими первыми треками уже были какие-то выступления там в клубах или что-то? Ну, ты их как-то, или друзьям переписывал? То есть, как-то распространение, чтобы люди послушали и была какая-то реакция, чтобы понять вообще, то есть, как бы, то есть понять вообще, ты делаешь что-то... Да-да-да. Ну, знаешь, как было? Тогда был такой Латвийс радио, Див, программа, музыкальная программа, там делал такой диджей Айвис. Он большой молодец, потому что он, по-большому, он много что сделал для того, чтобы услышали, да, и там у него была программа «Танцевальная музыка», да, и в этой программе, да, он начал, в принципе, эти наши песни ставить, да, а «Латвийс Радио Див» — это самый большой, ну, охват, да, и там эту первую песню дал, и она была, по-моему, полгода, 3 месяца точно, она была в первом месте.
А ее, то есть, услышали люди и начали заказывать, да? То есть, она прям... Ну, как заказывать, просто узнали об этом, да. И она была на первом месте, по-моему, 3 месяца, да, и полгода, по-моему, в топ-3 там даже. Это и вот такое? Этот трек, он уже был так... социальный какой-то, вот, то есть... Он был об одном парне, который жил там... в детстве интернате, да, там мама его, там пьяница, короче, ну реальный такой факт, я знал, да, и я сразу написал его, просто вот взял это, написал. Но это была такая, как, вообще, в принципе, то, что мы делали, да, в начале, Густаво, Жакс, Курц, еще бы там пару людей, там, ну я думаю, что, ну это была сила, да, и это был такой взрыв, в принципе, да, этот, не могли не услышать, да, потому что там была... Злободневно, то есть они социальщины? Не все, не-не, знаешь, мои песни, наверное, и Жак самые такие про политику, да, про то, что за что мы голосуем, да, у нас, я не знаю, песни там 5-7, по-моему, только об этом. Про религию, наверное, да, там? Про религию мне тоже было, да-да-да, да, у меня было про все. Этот первый альбом, да. Первый трек, который начинает попадать в ротацию, и вы там параллельно начинаете там продолжать записывать своих материалов, я так понимаю. Да. Понимаешь, да. Что он имеет отзыв, то есть, ох ты, нет, ну, нравится, без меня уже было СТА, где был Жак и Курц, да, и Густаво, Факт там был, Бозовс еще был, да, там перед этим факт, еще. Ну, когда Факт развалился, и получилось, что есть Густаво, есть Бозовс. Да, но это уже потом. Ну да, это вот в это время все, да, и перед этим уже они уже были, да, ну эти, в принципе, были первые песни реально хип-хоп, да, на латышском, в принципе, перед этим, в общем-то, никто не делал. Читали, поэтому... Ну да, я, в принципе, я, знаешь, считаю, что в хип-хоп должны песни писать на своем языке. Ну, страны. Да, ну то, что у тебя родной язык. Потому что если я начну что-то сейчас специально на английском, да, делать, это там дрянь, там ничего не получится. Да, там. А, хорошо, вот начинаются первые треки. Есть ли идея уже с самого начала писать альбом концептуально, или же просто вот, ну как, сингл за синглом, ну, то есть трек за треком, просто вот есть тема такая, то есть... Ну, какой вот настрой какой-то ты ставишь себе, ориентир, то есть план, вот запишем через год альбом или через полгода, то есть или просто вот пишем этот трек, то есть просто ну, с таким шажками. Да, я, в общем-то, никогда вообще не думал о том, что сделать там альбом или... Я просто вот когда это открыл этот хип-хоп, да, я просто... Ну, все время, почти там, каждый день. Это мне так ушло, да. И когда я давал интервью в одном там сайте, есть религиозный сайт, да, а, ну, там тоже интересный такой разговор. Ну, они пришли получился. К тебе, потому что ты перед этим какой-то же трек написал за мной. Ну, я писал, в принципе, понимаешь, и религия, если мы начнем об этом говорить, мы... Я могу говорить там пару часов, чтобы объяснить, да, нет, все. Нет, имеется в виду, вот этот конкретно трек, у тебя было что сказать. Нет, ты это не видишь? Тот, там еще были, да. Но они же это в этом трека. Тоже, да, в первом тоже было, да, потому что он работал за 2 лата в день, да, примерно, что-то такое, зарплата, да, он дворником работал, и 10-ю часть отдавал еще в церковь, да. Как прихожанин. Ну да, и я об этом немножко тоже там... Ну еще у меня, да, было об этой теме там тексте. Ну вот, и короче, и там получился интересный разговор. И они тоже спрашивали, откуда тебе этот креатив, да, потому что, ну, в принципе, за такой, я этот первый альбом, да, я, в принципе, взял и писал просто, да. Ну вот как-то открыло что-то, да. Но я просто уже увидел, что... По большому, да, ну там альбом можно сделать. Уже есть. Да, ну вот, и тогда там еще в этом альбоме первым там есть и с Жаком у меня больше всего там и музыку он делал там тоже. Некоторые я, некоторые он. Одна с Густаво и Курц еще там присутствовал, да. И вот этот альбом, вот ты его заканчиваешь, он выходит. Наносители? Знаешь, у нас есть такая, я сейчас не скажу по-русски, Music's God of All, короче, раз в год дает это... Ну, время?
Ну, не премии, но там по всем стилям. Да. Да. Ну вот. И я дал тоже этот альбом. Ну, там было интересно, конечно, я там даже не пошел, потому что я с вторым альбомом тоже, с Жаком, да, у нас тоже как бы там номинации были, лучшие песни, лучший альбом. Конечно, мне никогда никакие эти не давали. Не пускали? Нет, ну, призы не давали, да. Ну, через это, да, конечно, он сильный был, да, это, в принципе, альбом «Кас первый», да, он выпустил, получается, в 2001 или втором, наверное. Я считаю, что он один из самых лучших в Латвии, что пока еще было, да. Для того времени... Но он вышел же на носителе. Ну, как на носителе? Ну, на диске? В дисках, да. Я тебе потом вот это покажу. Какой-то лейбл подписался? Или, ну, то есть, на каких условиях? Или ты там с друзьями вложился? Не-не-не, у нас были, ну, сейчас я не знаю, что там есть. Ну, лейбл дистрибьютор какой-то, да? Который издает, да, и они просто делали это. А как дизайн, то есть, был отдельный фотосессия, то есть, какой у тебя концепт? Я тебе покажу этот диск, и ты поймешь, да, там есть книжка, нет, там все тексты, там нормальный диск, и я считаю, что он один из самых лучших, да. Ну, то есть, ты подошел к нему прямо вот основательно, что это вот твой дебютный альбом, конечно. И поэтому надо сделать все на века. Да, и мне кажется, что удалось, да, он сильный. Вот, и вот он выходит... Появляется ли какая-то реакция, я не знаю, появляются ли какие-то люди, которые хотят, чтобы ты там выступил в каких-то клубах? То есть, вот как ну, вообще? Я выступал с друзьями как раз, там с Густаво, там был какой-то концерт, где я там пару песен, да, потом с СТА, Жак Курц, и потом был один, у меня вот в этом первом альбоме, да, есть фотографии, да, где как раз... все эти на сцены, да, по-моему, это единственное такое фото, да, концерт был такой большой, какой-то фестиваль хип-хопа, да, и там мы все, в принципе, стоим, да, вот как раз что-то вместе там мы выполняем, да. Ну, то есть вот альбом выходит, а реакция, вот слушатели, он продается в магазинах, в интернете, который уже, ну, как бы, немножко начинает, как бы, развиваться, но еще не так. Ну, тогда в интернете ничего не было. В принципе, он был... Реакция же. Он был в туннелях и везде, и в дисках, и в кассетах, да, и мне говорили, вот, я там купил какой-то диск. Ну, там, время делали, это вообще было... А, пиратство, да, даже. Ну, ты что? Больше там, я думаю, 10 раз как пиратство продавали его, да. И реакция была... Хорошая. Конкретная, да. А вот эти официальные, как раз, получается, вот и церковный портал появился, то есть... Их это задело, да, получается? Да, а знаешь, там тоже было по телевидению показывали. Ну, в принципе, это была такая довольно такая бомба, да, если брать, что я вообще нигде не показывался, да, на этот приз, где там, ну, этот, я даже, да, на этот, все это, я не шел даже, потому что я, там не был смысл просто, да. Я знал, кому даст что, и потом это до сих пор... Ну, ты был номинант, то есть из кого выбирали вот кого-то, кого уже все знали? Ну да, в этой номинации, да, там 4 где-то мы были, может быть, да, но я всегда знал, что мне ничего не даст, да, потому что если ты послушаешь эти тексты, да, ты поймешь, да, потому что я там всем раздавал, да. Ну вот, и реакция была, да, знаешь, у меня там на это время... пригласили на интервью, да, я думаю, все самые большие газеты и журналы, и телевидение, но я дал интервью там Диана, ну, самые большие там газеты, некоторые, и некоторые передачи, да, и потом просто понял, что нет смысла в этом больше там, потому что, как мы перед этим говорили, да, мне... Какой смысл мне все время одно и то же рассказывать, да? Там... Ну, то есть они задают одни и те же вопросы. Да. И еще что об этом мы столько разговаривали в радио, везде, это популярности, да.
Это, наверное, многие не поймут, да, но в Латвии от этого смысла нет никакого, только, может быть, покормить свое эго, да. И я просто... Ну, то есть монетизацию ты имеешь в виду или что? Нет, известно, чтобы стать известным. Но я мог быть тогда, ну, Озвол, скажем, да, он шел эту дорогу, да. Ну, он выступал на каких-то больших... Не, ну, понимаешь, интервью с ним было больше, чем с президентом Латвии, да, тогда. Ну, за это, ну, в это время, да, ну, каждая газета, ну, что ты можешь рассказывать каждый день, да, ну, ничего, ты становишься просто как какая-то... Говорящая голова? Да, как Ким Кардашьян, да, я просто в этом не видел смысла, да, и отказывал, да, потому что, не знаю, мы уже с Жаком говорили, да, если ты в Америке, да, ты тогда ты за это хотя бы нормальные деньги получаешь, да. А здесь у меня в то время и так уже трудно было, да, где-то идти, в принципе, узнавали. Хотя в альбоме там есть одно фото, да, но то в это время я нигде не давал, даже интервью давал, я фото не делал, да. Потому что это даже мешает, да. Я потом... Ну, то есть в своей жизни в быту, да? Да, да, ну здесь нету, понимаешь, от этого никакого смысла, да. Ты не больше продашь какой-то свой альбом, ничего. А вот этот альбом выходит на лейбле, там какие у тебя были ну, договоренности, то есть контракт на выпуск одного альбома, или там роялти, или тебе гонорар заплатили? Ну, там платили, да, от того, сколько продает, да. Роялти, да, да, да. Ну, для этого времени я точно не могу сказать честно, но, в принципе, этот первый, он довольно хорошо там продавался. Ну, ты просто, это, если не секрет, ты можешь там сказать, там, столько-то тысяч или там сотен? Ну, там, ну, я не помню, честно, я честно не помню, потому что там, нет, ну, не пару сотен, конечно, больше, да, но обычно тираж но тысяча, и... вот тысяча продался? Да, да, нет, ну, больше, да, 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 да. А еще вы уже продали была... еще кассеты, тогда еще просто кассеты выкупали. Кассеты тоже продавай, да, и как еще, да, 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 да. Там был, там, я знаю, что сначала сделали там вот тысяч, по-моему, что-то, это ушло сразу, и потом еще там, ну, так, ну, Латвии сколько, да, и людей сколько живет, да, и во-вторых, я говорю, сколько мне показывали фото, там сняли, там в базаре, да. Ну, то есть пиратка была. Пиратка, там просто, да, там так, я, ну, но самое главное, я это не делал из-за денег, из-за, чтобы стать там популярным, ну, ну известным. Приятно, что тебе там раз в месяц отчет какой-то как, дают денег? Ну, понимаешь, это надо понять, какие-то это тоже времена были, да, и сколько там продали, я не знаю. Если ты не контролировал, ну тебе же, ну, что-то как бы... Нет, я, в общем-то, я и не знаю, сколько продали, если честно, да, потому я тебе не могу сказать, да. Нет, я его почему спросил, потому что... Там бывает... контроль никакой не был, понимаешь? Нет, слушай, они знаешь... заказывали, делали ну диски, да, система, потом да. продавали по точкам, по всей Латвии, да? Как я могу знать? Там же чек никто не был, тоже не давал. Тогда же было, на тебе диск, мне там 10, там, не знаю. Там, нет, ну просто имеется в виду, что бывает, у артиста ему дают там... $500, например, ну, да, и все. Да. А сколько лейбл продаст? 100 Не-не-не. Дисков, 10 тысяч, миллион, неважно. Да, бывает да. роялти, тебе говорят, там, ну, например, 50 на 50, например. То есть мы зарабатываем именно с прибыли. Ну да, был такой какой-то процент, но я не помню, сколько это давно было, понимаешь, был такой какой-то процент, да, и как бы от этого мне давали. Да. Ну, конечно, какие отсчеты, ничего я не знаю. Ну, то есть ты параллельно работал, в принципе, это... Ну, конечно. Не-не, ну, я и до сих пор считаю, что... Если делать такую музыку не специально, чтобы понравиться, да, чтобы, да, чтобы нравиться там, народу, да, тогда, ну, в Латвии трудно делать нормальные деньги на музыку, да. Потому и наш бренд, он, да, сейчас на русском начинает петь, да, да, ну, почему они начинают на русском? Всем понятно, потому да? Потому что есть страна 150 миллионов человек. Ну, конечно, да. Смотри, после выхода альбома, насколько быстро ты начал писать, ну, готовить вот материал к следующему? То есть у тебя были какие-то демки или просто решил там вот, что мы теперь вот эту сторону как бы озвучили, и мы можем как-то вот какой-то новый проект, то есть вот как это, переход произошел? То есть, или ты программу сколько-то там, ну, выступаешь, ездишь, только ее пока исполняешь, но уже какие-то тексты пишешь? То есть переход к следующему релизу? Да-да.
Знаешь, я делал у нас многие песни с Жаком вместе, знаешь, как-то эта мысль пришла, скажем, мы учились, это, не знаю, как по-русски, высшее образование, или не университет, да, да, там по-другому немножко назвалось. Мы сидели один день, помню, там лекции там что-то читает неинтересное, ложь белых людей, да, какое-то. Мы через окно смотрим, там как-то начали говорить и про этот снеговик, да. Давай типа, сделаем песню «Снеговик», да. Мы сделали, в принципе, интересная такая песня. Вот. Написали каждый что думает, да. Да, и вместе там многие песни. Ну вот, и потом как-то тоже о чем-то говорили, да. Второе, первые там, в принципе, по большому то, что я думал на это время, да, от меня там почти все. Но второй альбом у меня, да, он постепенно, там, я не думал тоже, что, я вообще не думал, что второй альбом делать, что-то придумаю, да, какую-то песню, вот тогда уже так посчитали, давай сделаем альбом, да, там половина примерно от меня, половина от Жак, потому что это как мы думаем и смотрим на вещи, многие вещи совпадают у нас, да, мысли как бы. И тогда сделали этот второй, это уже 2005, по-моему, год, да. Labdien, jūs no privātās, nāciet iekšā, mums jau jādzīvo sadarbībā ciešā. Ja tu grib, kā saka, to krējumu pārstāvēt, lai cilvēki redz, lai var, kā saka, ievērtēt. Es nogulšos gultā un nolikšu blakus glāzi, kai fočīs tā slīp, lai redz to ķīnas vāzi, to man uzdāvināja mākslinieks Teodors Tink, o reku man skaķi Krievijas cilēs Ninka. Te ir tolet ar bidē, pasūtīja ar mainīgo strūklu, tiešām labi izmasē. Bet manai draudzinei baigi patīk spāņu muši, tāpēc tādā stilā arī tik veidot dušu. Par šito māju samaksāja 400 tūkstoši lati, to es tā starp citu pasties ārā, kas par skat. Es vēl iemaksāju arī par dzīvokli Rīgam, 5000 par kvadrātu vietu Rīmā. Tālāk, šī ir sauna, var iet nobildēt. Ja gribiet, es varu arī kaut kā papozēt. Lūk, mana meita Žanna, viņai 15. Baigā prāta vētras plan jau gads 12. O jopt vai par mašīnu gandrīz aizmirst pastāstīt. Es domāju, to obligāti vajag uzrakstīt. Redziet sarkanais, no vērts baigais. Ziniet, kādu numaru uzlikt? Gudrais. Нет, он уже, скажем, первым я очень много, но я сознательно там матом ругался, и не только, да, специально, потому что я хотел, да, знаешь, тогда я, так и было, в это время, в этом я увидел силу, это была сила, потому что реакции потом, да, если у меня сейчас, да, если выхожу, да, каждый какой-то клуб, да, мне очень часто подходят, говорят, я на твоей музыке вырос, да, и сейчас, в принципе, речь идет о первом альбоме, да, это было тогда, там, 16 уже лет, да, и то, что я там, скажем, писал, да, у нас, например, да, там, где я раньше жил, там, в Эцмограде, да, там, когда ездишь, там, через мост, да, там есть какое-то место, где перекладет это, не знаю, как сказать, нефтевые продукты какие-то, да. Ну, на кораблях прикрыли? Да, ну, там, не корабли, это, они там... Нефтехранилища? Да, и какие-то материалы, да, их там переставят. И, короче, там нереально воняет, да, это такой... там, просто так воняет, что там трудно жить, да, там дом какой-то построили, я не знаю, 10 лет назад, но он пустой стоит, да, потому что там люди, там спальни втроем, да. И я, короче, там написал этой песни. Там конкретно я там раздавал, да. И прикол, знаешь, какой? Там сейчас еще воняет. Ничего не сделали. Ничего не может изменить. Ну, потому что, конечно, там мафия, да. Такие деньги. И где-то перед выбором какие-то политики что-то там, да, там слушать и так. Потому что там эти люди же борются все время. Ну, пробуют что-то сделать, да. А там все время там по мозгам что-то. Можем там померить, короче. И сейчас, через 16 лет, да,
Это все актуально. По большому, да, этот диск, если его прослушать, да, это мне, знаешь, как говорили, его сейчас можно сделать такой же, и по большому ничего не изменилось за 16 лет. Да. То есть проблемы те же самые, да. Это может быть чуть-чуть. Даже спокойно. Факты, даже я говорю, вот этот факт, да, о чем я говорю, там еще воняет до сих пор. Прикинь, 16 лет прошло. Если так глобально говорить, да, тогда была какая-то мысль, да, я когда это делал, не знаю, может быть, как-то и хотелось, и казалось, что можно как-то, вот потому я там ругался, да, ну, конкретно, да, чтобы как-то, не знаю, дать по мозгам, да, как-то немножко это народ, да, немножко что-то привлечь внимание к каким-то, да, вещам, но, ну, ты знаешь... Сейчас я удалил все почти файлы, все треки с YouTube, да, своим. Почему? Потому что я больше не вижу смысла. Да. Есть там некоторый клип, мы сделали еще пару лет назад с Жаком, да, красная пилюля, синяя пилюля, там есть такое, можем посмотреть. Но еще, может быть, что-то, да. Но от меня чисто я все там удалил. Потому что... Ну, как-то вот чувство такое, что нет смысла этого, понимаешь? Я, в принципе, знаешь... Ну, то есть ты как это могут воспринять люди, как будто ты сдался? Пусть принимают. Или там тебя там напугали, или нет, что-то? Нет, я не сдался, я много что понял за это время, да? Я единственный из Латвии... Или борьба с мельницей, ты вот это не хочешь? Ну, как вот долгий год с мельницей. Я тебе объясню. Я единственный из Латвии, из, скажем, хип-хопа этого округа, да, из рэперов, который побывал с одной ногой в политике, да. Я был член правления одной политической партии, да. А, то есть после второго альбома ты пошел? Я это был пару лет назад, ну, полтора, чуть получается. Знаешь? А с этим связано, что ты удалил видео или нет? То есть? А, наверное, тоже. Да, это мне открыло немножко тоже. Я не знаю. Потому что то, что я там увидел, да. Внутреннюю жизнь. Да, столько не эгоцентричных и больных людей вокруг себя, такую концентрацию, да. Ну, политика грязное дело, я в жизни. Да, ну да, но все равно, да, если ты сам это почувствуешь, да. Столько больных людей вокруг меня так концентрированы, я никогда не почувствовал такое, не видел, понимаешь? И когда ты увидишь, да, с той стороны и с этой, да, как все вместе сходится, да, тогда понятно, что просто народ, он, в принципе, больной, да. Ему надо еще много-много лет, чтобы как-то... Ну, открыться, чтобы понять что-то, да. До тех пор, понимаешь, пока... Вот это везде, и, понимаешь, все ругают правительство, да. А я понял, знаешь, что почему вы ругаете? Это зеркало народа. Это так и есть. Они бы туда не попали, да, если народ не проголосовал. Значит, два варианта. Или они... Народ такой тупой, что его можно мозги промывать, да, и их за этих проголосуют, да, или просто они голосуют за тех, которых они реально хотят видеть. Другого варианта же нету. Значит, нечего ругать правительство, понимаете, вы сами за их голосуете, или за того, что вы не понимаете, да, ну, значит, еще эволюция должна быть, да, не знаю, сколько лет, здесь, наверное, много еще, да. И я от этого потому ушел, и не думаю, что еще когда-то... Потому что я там был, там были люди очень даже адекватные, очень, да, и мы это, этой партии, 9 были члены правления, да, мы 4 ушли, потому что было понятно, что, ну никак, понимаешь. То есть систему изнутри изменить... Ну как, ну или ты становишься таким же уродом, да, или... Уходи, да, там просто... Почему? Потому что я, опять говорю, большинство такое. Потому нечего ругать правительство. Большинство такое. Это правительство, люди те же самые, да. Я просто там увидел, да, там 90%, если они попадут туда, да,
та же дорога пойдет, понимаешь? Хорошо, вот смотри, вот уход временный в политику, ну то есть это, ну, это уже как бы ближе к нашему времени, ну то есть последние годы. Да, 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 да. А вот после выхода второго альбома в 2005, ну, как бы ты ушел в какую-то тень там на какие-то года, то есть по крайней мере вот... Нет, но эта музыка всегда была как бы хобби, да, это хобби, правильно. Это не то, что... То есть в работу ты ушел? Ну, я все время что-то делал, да. Конечно, я говорю, в Латвии, если я... То, что я делаю, если бы я хотел музыкой, да, деньги зарабатывать, то это мне надо было делать, знаешь, какие песни? Я с Жаком сделал одну песню, да, специально. Такая дрянь последняя, да, про любовь, знаешь, «Венмер ту». И она стала популярнее, по-моему, даже всех этих песен. Да? Для Латвии там было в YouTube там где-то почти 1,5 миллиона просмотров, да, это для Латвии много, да. Ну, по-разному, там некоторые их поставили, да, я сам не ставил. Но я все тоже это удалил, да. Но люди, в принципе, знаешь, они до сих пор еще есть, я не знаю, как по-русски, там на природе есть какие-то баллы, да, ну, где танцует, да, там, да, эту песню сейчас еще крутит, да, и в клубах некоторые ставят, да, она тоже там, получается, 12 лет назад, по-моему, в этом втором альбоме она в конце, по-моему, есть, да. Прикол, понимаешь? Ну, прикол мы сделали. Мы можем такую музыку, да, тоже сделать. Это мы можем такую музыку, я тебе честно скажу, я этот текст я написал за 20 минут. Поставил какие-то аккорды, Жак написал, ну, уже гитару там и сыграл, и там музыку там до конца сделал, да. И ты что, вот так покатило, да? Мы можем такую музыку делать, да? Ну, это просто страшно, да, такое, такое заниматься с таким, да-да-да. Ну вот, и, ну, посмотри, что вокруг происходит, да, сейчас, ну, я не буду сейчас конкретно никого критиковать, да, но музыка-то бессмысленная, да. Ну, некая форма такая идет, такая красивая, а вот то, что смысла в ней нет, да? Поэтому. Я даже не знаю, что форма это красивая. Нет, ну, Ким Кардашьян жопа красивая? По твоему мнению? Да. Ну, по-моему, просто толстая жопа, да? Но про нее, но она в интернете, в порталах каждый день, ну, почти каждый день, да? Ну, это по-большому о чем говорит? Но это уже же, это зависит же от потребителя, если это им нравится. То есть, как бы получается, что это слушатель такой плохой. Это то, что я начинал даже про поэтику. Ну, конечно. Пока, понимаешь, пока интересно людям будет жопа Ким Кардашьян, да, и то, что делает принц там Англии, да, каждый день, если будет смотреть, если это будет ставить в порталах, да, это будет как показатель, да, что еще ничего не изменилось, да. Когда большинство народа поймут, что им просто промывает мозги, когда большинство поймет, да, тогда вот изменится много что, да. И правительство изменится, и наша жизнь изменится, да. Пока это не придет, да, просто само по себе, это нельзя им рассказать. Навязать. Да, навязать, рассказать. Да, и для этого надо время. Конечно, что-то как-то идет, но со второй, с другой стороны, да, мы же видим, как, какие деньги приходят, как лоббируют, да. У нас есть большие порталы, где в интернете, где каждый день что-то негативное про Трампа. Я сейчас не защищаю его и не против. Я просто говорю, что президент Латвии где-то в сравнении с Трампом, да, один
против, ну если 5 каких-то какие-то новости про Трамп, да, то одна про президента Латвии, это о чем-то говорит, да, а про Трамп, ну, только негативно, максимально, да, о чем это говорит, какие-то деньги, конечно, приходят там, да, и они это все время топят, да, и моют мозги. Это имеется в виду даже сейчас или до выборов, когда было? Сейчас посмотри в интернете про Трамп, посмотри, там каждый день что-то там, какая-то грязь максимально, а про нашего президента там, не знаю, один раз, два в неделю, да, а про Трамп, в принципе, каждый день, ну, просто надо подумать, почему это так, да, не защищая там никого, ну, да, и почему, да, откуда деньги приходят, я-то понимаю, да, откуда, ну, это же понятно, и каждый день сейчас у нас тоже, знаешь, у нас же Европа сейчас, да, сейчас у нас тоже показывается, вот тоже, по-моему, вчера, после вчера, каждый день какие-то про то, что бьют женщин в Латвии, да, в принципе, там геноцид чуть не, понимаешь, защитники, да, сделали какой-то там сейчас тоже такой, ну, какие деньги, ну, я понимаю, за какие деньги, я понимаю, что они отрабатывают эти деньги, да, но читать-то противно, что мозги людям там, мягче скажу, мойте, да, ну, а когда народ поймет, что ими манипулируют, вот тогда только что-то изменится, да, реально, когда большинство поймет, да, тогда вот изменится. Весь феминизм и все, это же ерунда, да, нормальные женщины, которые нормально выглядят, и у кого семья, да, у нее такой феминизм, знаешь, у нее есть чем заняться. Вообще неинтересен, конечно, это просто... Тоже вот делает мозги, да, все время. И это работает, конечно. То же самое насчет этих всех гендеров, не знаю. Ну, гей. Ну, я же тоже, меня там все называли там гомофоб, да. Если я считаю, что неправильно отдавать детей, да. Одного пола, берет. Ну, я считаю так, значит, я гомофоб. Какого хрена? А я так считаю. При чем тут гомофоб? Я всегда говорил, мне не интересует, что кто делает в кровати, да? Ну это он, частная жизнь в квартире, да, или в специальных клубах? Да не только, не только. Ну, в принципе, пусть они идут, да, мне это как бы не мешает. Но когда они, им же никогда не будет, никогда не будет. А где-то этот потолок, когда вы скажите, что все нормально, да? Да, сейчас мы с Жаком тоже смеялись. Тогда давайте побыстрее, мы в следующий, может быть, завтра будем женщины, пойдем, где переодеваются. Мы скажем, что мы женщины. Сейчас же каждый могут выбирать, да, свой пол. Да, что за хрен, блин. Ну вот. И, ну да, и пока вот народ не поймет, что ими просто манипулируют, да, реально. И это и в России, конечно, то, что я... Я же тоже иногда что-то вижу, но в России там долго, так, конечно, да. Но все равно есть разница, понимаешь, сколько это народ разрешает, да, чем народ светлее, да, он, его все-таки меньше можно с такой ерундой, как что в Латвии тут происходило, это же вообще, это хана. А то, что, скажем, отличается то, что делает сейчас, да, в Латвии хип-хоп, да, я тебе скажу, я на пальцах одной руки могу посчитать те, которые какие-то песни сделали, что мне вообще интересно послушать, да, но это тоже можно понять, да, потому что, скажем, я жил еще в советское время, да, и скажем, межнациональные, если вопросы, да, что сейчас еще дальше скажу, потом, скажем, вот в конце даже 80-х, вот самое начало 90-х, да, вот я еще в школе учился, да, был, скажем, концерт, есть у нас такая группа Юмправа, да, и этот, как его, клуб такой большой, не клуб, не знаю, этот, Земерглаз, есть такой, и там был концерт, да, после этого, ну, там шли только латыши. Я просто объясняю, что это межнациональный какой-то вопрос вот реальности, да. И мы после этого концерта выходим, там, конечно, ОМОНовцы стоят с собаками, да, но мы вышли, а там ОМОНовцев нет, да, а там чисто русские, да, с палками и цепями.
и начинается такая массовая, да, драка, да. Об этом, конечно, нигде не писали ничего. Я это, скажем, видел, да. Сейчас этого... А это музыка какого? Ну, стиль, может быть, это стиль... Не, этническая. Там пофигу, там можно было они играть на балалайке или там, если там просто там... Вот там было, да, чисто. Русский против... Я, скажем, после школы ходил, да, это реально каждую неделю, в принципе, да, вот напротив идет две какие-то русские, да, вот, скажем, там плечами и пошла драка. Это реально так было, ну... Там в автобусных остановках, да, там часто, да, это бывало, это реальность. А сейчас, слава богу, этого нет. Скажем, у меня одни из самых лучших друзей, люди из Москвы, которые приехали 1.5 года назад, потому что они там не могли жить, да, больше. И они здесь живут сейчас, да. С детьми приехали, супер люди, такие люди, да. Ну, здесь, по большому, сейчас уже молодежь тоже, знаешь, русские с латышами вместе ходят, и я с Жаком иногда заходим в какой-то, скажем, клуб, где, в принципе, русские только, да, ну, как бы есть, да, где больше русских, ну, чтобы какой-то агрессии, нет, вообще, там, без проблем. Вот я говорю, вот я знаю, что это такое, блин, когда тебе убить можно, реально, это было. А сейчас, отходя немножко назад, да, каждый, я могу уже предсказать, да, год через, перед выборами, да, покажется национальный какой-то вопрос актуальный. И в один год там, скажем, хотели убрать памятник там, где собирается на 9 мая, да, какого хрена? Ну пусть они собираются. Ну что, русские. С памятниками бороться? Да. Нет, ну это надо, понимаешь, это инициирует какие-то правые, да, левые сейчас против, и обе забирают бонусы, да. Сейчас я говорил какое-то время назад, посмотрите, будет что-то, да. Хопс. А уже какие-то школы русские закрывают. Ну, видишь, ты даже знаешь. Почему? Ну, потому что давно, скоро будут выборы, да. Я об этом вопросе, как концептуально, я не говорю. Там есть своя правда, да. Я считаю, что, наверное, надо. По большому, если ты здесь живешь, да, то лучше для детей лучше было, пусть они учат этот латышский, если они здесь живут, да. Ну, это там можно дискутировать. Но мне кажется, они же все равно здесь живут, все равно язык-то знают. Нет? Вот, знаешь, вот есть проблема. Есть проблема, что не учат, а это зависит от родителей, если они с умом, если родители понимают и хотят лучше для детей, да, то они хотят, чтобы они выучили, да, если это немножко, извини, вот не понимают, да, то они за что-то борются. Ну, ты же можешь дома говорить по-русски, никто не разрешает, да, в магазинах также, если мне, я вижу, что трудно даже продавцу, да, я по-русски говорю, нет проблем, да, но, в принципе, школу, я думаю, что надо все-таки, да, надо. Нет, но вот это вот проблема, они же понимают, что здесь там треть населения уехала в Европу и по миру работать. Нет. То есть, получается, уезжают же люди не из-за того, что они хотят, а из-за того, что просто здесь работы нет. Нет, а это другой вопрос уже, да. Нет, получается, а зачем вы, эту тему зажимаете? Вы, может быть, ну, лучше сделать, чтобы здесь в стране было лучше работать и вернуться те, кто уехал. Получается, вы выжили этническое население, там вот здесь латышей, они уехали в Европу, в Англию, там, не знаю, там, в Дублин, там, и еще куда-то, а здесь остаются русскоговорящие из Советского Союза, ихние потомки. И то есть получается, что они сейчас получат паспорта, и вы сами же через 15 лет получите, ну, как бы, к чему вы не хотели. То есть, получается, эти люди... Ну, понимаешь, это такой вопрос, как про религии, да, мы не можем найти вот такой один, да, такой абсолютно правильный. Всех устроишь. Да, да, это нереально, да, те, которые приехали из Москвы, да, люди, я тебе говорю, они приехали, по-моему, получается, 2 года или 1.5 года назад, да, это жена, да, она врач, она уже сдала экзамен на латышском, а она из России, она здесь никогда не была. Перед этим, понимаешь? И она уже говорит на латышском. О чем мы говорим? Дети идет, ну, как бы еще вот есть русская школа здесь рядом, да, но
они понимают, что, конечно, они учат, и им надо выучить этот латышский. Им же надо, им же легче, понимаешь? И это, я думаю, это правильно. Ну ладно, а в общем не об этом был вопрос. Вопрос о том, что он сейчас показывается, да? И Сайму там уже одни протестуют, вторые протестуют. Да, мы будем такими в Евросоюз там пойдем, будем пикеты делать, что такое вот, ну, русские, типа, которые защищают. Да им пофигу эти права русских, понимаешь? Но это же они просто, оба, и левые, и правые, забирают свои бонусы. Пока этот народ тоже не поймет, да, и не пошлет их нахрен, да, ничего не изменится, да, это надо понимать, потому что такого, я говорю, ежедневно, ну, как бы, таких межнациональных, таких конфликтов нет уже здесь, ну, нет, ну, я же здесь живу, я знаю, я говорю, мне самому, друзья русские, да, это фигня все. Получается, что иногда они отводят внимание, потому что конечно. Никто не... Ну как, ну ты понимаешь, если... Бытовые это... социальные проблемы, некоторые, они до сих пор актуальны, даже вот там, как ты говоришь, что 15 лет ничего не изменилось, там вот завод стоит, ну, да, например. Ну, а таких же мелочей много, получается? Ну, они не интересны, потому что там этим заправляют большие... кошельки и все такое, понимаешь? Но это же правильно, они же этим... Ну как у нас вообще? Есть это эстрад такой межпаркс у нас, да? Межпарк, где эти происходит праздник, здесь, где поет праздник такой, да? Короче, там где-то год назад, по-моему, сказали, что будем делать там реновации, все, да, там 40... сколько, с копейками миллионов, да. Я знаю, что еще раньше там был проект уже, все, что там хотели делать за 25 миллионов, да. Сейчас сказали 40 с копейками миллионов. Я уже написал, у меня тогда был еще в Фейсбуке профиль, да, сейчас нету, я тоже там стер, потому что нет смысла, мне там просто тошнит от этого все. Я написал, вот посмотри, как вас сейчас тоже обрабатывают, да, сейчас знаешь сколько, я не знаю последние цифры, уже 70, я слышал, с копейками миллионы, да, а ты эту первую информацию даешь, там 40, да, все там бу-бу-бу-бу, кто-то, блин, да, надо, все-таки это наш самый большой праздник, да, там песни, танцы, там, окей, культура, как ты можешь против культуры, никак идти, да, ты, в принципе, там, предатель тогда. Ну вот, и потом еще мы там, да, пересматривали, да, там 70. По-большому они скажут сейчас 170 миллионов. Всем пофиг будет, понимаешь? Ну, у них есть бюджет, они его могут распилить, то есть там потратить. Ну, а нет, ну они сделали сначала таксу, да, там, вот, скажем, там, 40 миллионов, да. Это же понятно мне было, что не будет 40. Я говорю, сейчас уже, я слышал, по-моему, 70, да. Ну, скажет 90. Пофиг. А кто платит? Все придурки же платят. Ну, имею в виду налогоплательщик, если это ну, местные да. деньги. Ну, я сказал, придурок, ну, народ, хорошо, ну, народ платит. Но я говорю, когда они это поймет, осознает, да, и большинство пойдет против этого, тогда этого просто не будет. Я говорю, если выходит на пикет 2000, да, или... у нас 200, да, у Сэма, да, тогда они просто идут домой и кушают, да, и смотрят, да, там идет какие-то. А надо выйти 200 тысяч, понимаешь? Для Латвии 200 тысяч, 500 тысяч собраться, и все. И столько проблем, за что надо было бы выходить, да, это можно все решить. Но только тогда, когда выйдет, я говорю, не 200, а 200 тысяч, да. Ну и все. Мы прошли от второго альбома до твоего вхождения в политику. То, что еще я хотел просто сказать, да, что то, что я рассказывал про это, скажем, то, что я видел в своем молодости, да, вот эти все драки, все, да, от этого зависит, конечно, то, что это другой мир вообще, понимаешь, и те, которые, скажем, родились там в 90-х, да, они, конечно... Они в другом мире живут, потому они что нельзя обидеться, да, и они все видят, конечно, по-другому, да, и они потому и делают музыку, но все равно, да, то, что я сейчас слышу, да, по-большому мне неинтересно, просто очень-очень редкие какие-то песни, да, что
что я могу послушать, ну, слушать и что-то от этого получать, да. А так я вообще слушаю классическую музыку больше всего, да. И я, в принципе, все слушаю, что мне нравится. Pink Floyd, я думаю, что один из самых лучших в рок, что было, да. И я слушаю и Демис Руссо, да, и Джо Дассена, и Pink Floyd, и, ну, что-то из хип-хопа, да. Но сейчас уже везде это тоже становится какой-то, я не знаю, голубой, все это такое. Мне не нравится, в общем-то. Без силы такое. А, хорошо, вот... Я так понимаю, что вот именно творчество, оно после второго альбома до прихода и выхода из политики, вот ты ушел в быт, но вот пару лет назад у тебя опять появился клип. Который, да. То есть как бы ты решил вернуться, то есть как-то накопилось что-то? А я не уходил и не вернулся, понимаешь, мы... Ну, просто был неактивен, то есть что-то писал и все. Ну, да, иногда что-то, да. Мы с Жаком там уже раньше такой небольшой фильм сделали, да. Там и вопросы экологии немножко, и то, что вокруг, какая Европа, да. И когда вот в этой, я говорю, с одной ногой в политике был, да, я там, скажем, боролся против того, что сейчас у нас есть реформа, да, и закрывает интернаты, да, интернат, ну, школы, да, а потому что в Европе нигде как бы нет, да. Какая мы Европа? Какая здесь зарплата средняя? 30% от того примерно, сколько в Европе, да? Какая Европа? Сколько тут... 500-600 евро, по-моему, ну, такой, но... ну, сейчас подняли немножко, да, в этом году, да. Но по-большому, что мы сравнить там, да? Уровень жизни, да? И столько людей, сколько... кому надо этот интернат, да, где им дает этим детям нормальную пищу, да, и а сейчас у нас вот правительство такой Шадурск есть, он делает это, короче, реформу, да, и в принципе я там тоже сделал фильм об этом, да, я был в этих интернатах, показывал, как там живется, да, И в принципе сейчас как бы на этот год еще дали, да, какие-то деньги, но уже недостаточно, да, чтобы они после этого года закрылись, да. И эти дети пойдут сейчас там домой, да, где просто, ну, я знаю некоторые факты, да, как они там живут, да. И там пойдет сейчас социальные работники, там что-то посмотреть, там работать с ним. Короче, ну что вы говорите, такую ерунду. Они же не были в этих интернатах даже. Чтобы он съездил, да, там посмотрел. Ну тоже, если народ такой, что им все пофиг, да. Тоже был такой нюанс тут, да. Показывались такие эти информации каждый день, как плохо в интернатах, как плохо, ну вот об этом, да, ну, немножко помывали немножко мозги, да, и в принципе, да, некоторые, да, конечно, ребенок должен жить, конечно, в семье, все равно, какой, но в семье, что ты говоришь, блин, ты посмотри, какая там семья, ну, как ты можешь так сказать, если ты там не был. Хорошо, тогда вот мы пришли к сегодняшнему времени. Занимаешься ли ты сейчас, готовишь что-то, то есть какие-то вот музыкальные, вот нынешние твоя деятельность какая-то, что-то ты пишешь или уже лежит, может быть, ждет своего? Ну, я никогда не специально, я и тогда не специально ничего не делал, да, есть у нас, который делает альбом уже, я не знаю, там 10 лет каждый год, да, я думаю, что это вся, извини, хуйня бестолковая, такая бессмысленная какая-то. Мы сделали с Жаком еще тут сейчас пару приколов, да, в этом году, ну, в 17-м там хип-хоп из Латвии, типа, и попробовали, знаешь, такой прикол, писать, как они пишут, да, ну, большинство, ничего, знаешь, ничего. Потому что... как я смотрю, да, если я прослушаю песню,
И после этой песни не могу сказать, про чего она была. После вкусия, то есть что-то информация. Нет, вообще я не понимаю, о чем там говорит. Может быть, там как это, какое-то особенное, надо понять что-то, да. Но, честно говоря, ну, я еще адекватен, я понимаю, если я послушаю песню, не понимаю, о чем он там болтает, да, тогда это просто бессмысленная песня, все, да. И мы их с Жаком попробуем, давай напишем, да. И знаешь, первые минуты какие-то, да, мы там прикалывались, да, как бы трудно. А потом как-то так пошло. Что-то легко. И да, и так, и поняли, ну, в принципе, каждый день мы можем такую песню сделать, да. И сделали такую пару песен, да. Одну очень такую позитивную, да. Сейчас здесь тоже это в моде, да. Позитив такой. И одну такую, как вот, чисто как мы видим, как Влад и делает, да, эти песни, да. Ну, так, такое, да, я не хотел бы делать. Но такие песни мы один в день можем написать, да. Да. Хорошо, тогда вот анализируя вот последние... Еще, извини, просто на твой вопрос, да, я не знаю. Я не знаю, когда мы что-то сделаем, какую-то песню обязательно еще сделаем. То есть материал пишется просто пока... Ну, особенно активно, когда я здесь был в этой политике, да, тогда, конечно, времени не было. Перед этим как раз мы сделали эту песню, которая есть клип там в YouTube, но там тоже про отношения, да, как опять, да, бабы моют мозги мужикам. Ну вот, а сейчас каждый день можем, может быть, что-то прийти в голову и сделаем, да, что-то. Но так альбом, я думаю, я уже не буду делать. Потому я говорю, как бы не вижу уже смысла, да. Я, может быть, что-то все-таки другое буду делать, да. Не знаю еще что. Я пока вот эти интернаты закрывают, я был на Рождество, там подарки привез там детям, да, и мы там поговорили с директором, там очень хороший один. И я думаю, может быть, там что-то потом еще сделать какое-то, ну, кому-то помочь как-то. У меня есть какие-то варианты, да, я подумаю. Ну, что-то я буду делать, да, ну, вот как альбом хип-хопа, да. Потому что то, что мы делаем, да, что, то, что я, скажем, могу делать сейчас, написать, сейчас это уже по-большому неинтересно людям, да. Я вижу, что интересует людей, и пусть они этим занимаются, пусть ставят селфи, да, бабы и мужики там ставят лайки, да, кормят их этим интересом, да. Ну, пусть занимаются тем, что сейчас интересно, да, пусть смотрят на жопу Кардашьяна, пока это, когда пройдет, тогда это, ну, это пройдет, конечно, это такое время сейчас, да, если сравнить, скажем, музыку, что в 70-х сделали, да, ну, там было столько крутой музыки, да, и в Латвии Розенберг был такой, ну, там просто супер было, да, и, ну, вот и классическая музыка тоже, сейчас Шопен такого нету, да, больше, да, и Баха. Ну, это такое время было, и там что-то произошло, ну, как-то совпало, такие обстоятельства, я не знаю, оттуда что-то им шло, да, но то, что они сделали, да, сейчас никто, конечно, не может сделать. Ну, вот так эти циклы какие-то идет, и это закончится, я надеюсь, что быстрее, да, это все, и что-то другое будет. Это не обязательно делать хип-хоп, я говорю, у меня есть сейчас тоже всякие идеи, я что-то другое, может быть, сделаю. Ну, то есть ты не продолжаешь вот некую такую свою, ну, не борьбу, или, не знаю, как, информирование, да, людей, которые, ну, вот ты понимаешь... Трудно называть, но да, да, вот что-то такое, свою дорогу я иду, я, конечно, если я что-то увижу и что-то меня, как бы, зацепит в этом, или как сказать, да, тогда я этим занимаюсь. Но хип-хоп в это время, я еще раз скажу, когда мы делали это, да, где-то 2005 еще там, которые там были, да, я считаю, что это как раз в Латвии в хип-хопе, ну, останется как самое такое крутое время, да. Там было, ну, Густаво, там музыку какую-то делал, да, ну, круто просто, да. Сейчас он тоже где-то ищет себя, я не знаю, где-то, не буду дальше об этом говорить, да,
немножко где-то ушел в другую дименцию, но это его проблемы. Ну, и, да, и как-то это все вот прошло, и это время прошло. Но ничего, ну, так должно быть, значит. Ну, все будет хорошо. Ну, я думаю, что... Не знаю. Или хорошо, но по-другому что-то будет. Я говорю, если так глобально говорить, я говорю, это я понял, и когда был в этой политике, да, я понял, что я говорю, в принципе, бороться как бы смысла нет особенно, потому что нету, не знаю, как сказать, запроса, да, на это, нету интереса, реально нет, все идут, да, все, когда где-то приходят гости, там, жрет, пьет, и правительство ругает, да, ну, в принципе, они себя ругают. Когда откроется, большинство это какое-то просветление будет, да, тогда и что-то... Ну, времени пришло. Еще нет, да. Спасибо.